Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня с вами будем делать прикольную самоделку. Самоделка у нас будет вот из такого старого напильника. Нашел я его на металлоломе. В свое время он служил верой и правдой. Но теперь настало время, когда мы сделаем из него прикольную самоделочку. Итак, друзья, сделал я вот такой набросок. Сейчас его вырежем, перенесем сюда на напильник. Так. Кстати, друзья, поменял себе сверлильный станок на вот такого монстра от компании Nextool. Проверю его немножко в деле, в работе. Потом дам характеристики, как он ведет себя, свои плюсы, минусы. Все расскажу. Ссылочку на данный станок оставлю внизу под описанием. Можете пройти и ознакомиться. Итак, друзья, вот такой замечательный нож у нас сегодня с вами получился из старого напильника. Называется он везде по-разному,
Называют его и сапожный нож, и японский нож киридаши. Также в простонародье он называется нож-косяк. Изготавливается довольно-таки легко и просто. На этом, думаю, будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Всем пока, до новых встреч!